Так, пошла жара. Пошла жара. Пошел Вова. Большая пауза. Второй пошел. Тоже Нива. Третий пошел. Большой интервал сделали. Чтобы все было. Хороший у вас. Там наш агент внутри. Страшный такой спуск. Так, Вадим. Ну, спокойно, уверенно. Очень солидно. Просто вроде по асфальту едет. Так, это красивая Нива. Тоже спокойно. Надо спокойно начинать такой гонки. Спешить не надо. Бампер снят. Задний. Так, а вот два серьезных танзанийских волка. Серега с Вовой. 70-ка будет пытаться выиграть у Нив, но это нереально, я вам сразу могу сказать. Хотя все может быть. Сейчас пойдем, там будут интересные места еще. Пока старт всех посмотрим. Джимник. Ну все, не очень много участников, но все серьезные. Так, и тут сразу небольшая пробка образовалась. Тут болото. Места хорошие, короче. В болоте уже экшен. Ну что, классно, он Вадим проскочил. Важна траектория, правильно. Тут... Ну, красиво. Ну, хард посерьезнее тут. И подъемы. 70-ка. О, нормальный экшен. Глуши, глуши! Глуши! Обалдеть, обалдеть! Нормальный экшен. Что-то чуть-чуть пошло не так. Тут исполняю тоже. Так. Все, перед конец. Перед конец Вова вылазит. Нет, Серега вылазит с Вовой. Мне бы почти достали, но я ускорять его. Небольшой экшен. Сейчас я надо пока посмотреть, как 70-ка устроена. Хорошая машина, ничего лишнего. Сзади клюшки. Вова не сдается. Танзанийские волки. Через порог. Семидесяточка. Такая боевая. Ну, траектория, в принципе, проходная. Фары выключи, Серега. Скажи, что фары выключил, Веталь. Сюда, подходи. Микрофон поправь.
Да, вот такие потери на первом же серьезном препятствии. Так, Жимник будет пробовать проехать сейчас. Сейчас пусть проедет. Да удержи там нормально. Следите. Вот еще один участник, который тем же маршрутом пытается пробраться. У него задача еще сломать. Ну если что, он об мягкое резиновое колесо попрется. О, как они придумали. Они сразу привязали эту маленькую машинку. Подожди, стой. Ответственно, смотри. Нет, вот это сюда прижимай. Задняя лево. Давай, Фома, тяни. Который должен восстановить Toyota обратно на колесо. А ты можешь влево-назад? Красная микромашинка. Серега, они проходят, пусть едут потихоньку. Саня, отойди. Сань. О, интересно, ее привязали к бетонному основанию. А, колышек. Колышек. Все, едут, видно. Так, тут такой экшен. Хорошая трасса. Отпусти. Прошлую субботу я двоих заснял, прямо не пришел. Он не пролезет. Чуть-чуть отпусти. Скажи, так, Вова. Вова влупил круг уже. Саня, отойди, Саня. Вернулись на колеса. Все нормально. Вова едет. Вова едет. Отходим. Вова, красава, Саня. Вот так вот. Нечего объезжать. Прямо надо ехать. Да. Вот вам и экшен. К сожалению, вишневая передок. Порвали, ребята. Такое начало многообещающее. Не знаю, что будет дальше, но пока красиво все. Да, там борьба жесткая идет. Да, она там в болото залетела. Неплохо. Так, ну теперь Жимник. Toyota продолжает борьбу. Ничего страшного не произошло, даже не помялись. Легкая машина. Едет. Давно можно было круг сделать. Нормально едет. Так, Саня участвует, оказывается. Ё-моё, красавчик. Просто выскочил вообще. Я даже не успел толком камеру включить. Яма, говорит. Где яма? Саня, отойди, Саня. Отходите. Пусть он так быстро еще приедет. Что-то передок.
Да, там раскорячка. Какая-то диагоналка. Колеса не крутятся. На повышенной. На повышенной, думаю. Сцепление воняет уже. Он что, на повышенной, что ли? Вот спроси. А, Русик, другой? Онлайн не пил. Это не это конкурент. Нет, ну, нет связи тут. Да, что-то непонятное происходит. А куда он поехал? Давай, газку! Ёлки. Руслан, садись на крышу. Давай на крышу и уедешь. Можно? Да. Спроси, пойди. Да, можно. Точно можно? Да, конечно. Вам ходит на крышу нужен, Руслана забрать. Да, можно, говорят, езжай. Не-не, спасибо. Молодец. Я тут их подожду. Там, видишь, капот надо открыть. Так, Нива. Красавчик, вот это, блин, вот это маньячело. И посмотрите, что творят. Вова на третий круг пошел. Вадик тоже четко. Да, там пробка небольшая. Посмотрите, что там творится. Тут ремонт идет с одной стороны, со второй. Андрюха, отойди. Осторожно, осторожно, дверь. Сложно становится на этом подъеме. Солярку подкачивают ребята. Саня, у Нив выиграть невозможно. На Нивовской трассе. Или Вранглер бы выиграл. Это ты с какой целью говоришь? Ну, боже, ты еще поехать надумаешь. Так, ребята покинули пределы трассы. Положи, то ли с Нивы, то ли с Чароки. У тебя запчасти, а? Да, да. А, на день рождения? Хорошо. Вова, веревку забери. Да, влево. Очень уверенно. Пусти дальше подбрось. Да, сейчас пойду. Времени еще много. Копнули тут уже хорошо. Где-то звуки, никого нет пока. Пойдем по трассе. Посмотрим, где там Рубилова. Вова приехал. Достаточно долго круг идет. Вот он, лидер.
еще есть что-то интересное? Ну, пойдем сейчас смотреть. На втором месте пока тоже Нива. Неплохо тоже идут, уверенно. Вадик идет, давай, давай, давай. Проварен мост, ну тоже там Нива совсем непростая. Вот тут какой-то круг поменьше, по-другому чуть все сделано. Хотя не особо меньше, наверное. Так, лидер идет. Но тут другой темп по сравнению с лайтом. Скорость совсем другая. Да, надо делать короче и жестче. Хотя бы 3-4 засадных места было, да? Широких. Вот где-то можно было здесь использовать вот эту поляну. Какой-то бугор вот к зданию. Вот этот заезд с поворотом, со спуском. Ну, в принципе, такой джип-спринт все равно получился. Спокойнее идет на втором месте пока. Один третий. Рус, дай зарядки чуть-чуть. Ну и как это называется? Застрял на ровном месте. Сейчас толкнут назад. Не, лебедиться будет. Неожиданный поворот. Ребята опытные, я думаю, быстро сейчас все сделают. Так, джимник. Ну, где Нива копнула. Что там будет сейчас? Не очень уверенно. О, а уже здесь. Так, Вова продолжает дубасить. Ну, можно уже не лететь, а в своем темпе идти, но он дубасит все равно. Очень уверенно идет. Сокращает отрыв. Сокращает. Поддогнали ребята немножко. Добавляют. Или Вова скинул. Но у него запас есть на круг. От всех.